А ваша сестра тоже человек творческий, я так понимаю? Была творческой. Она ушла из жизни? Да, она в мире иной, поэтому голос дрожит, меня прошу извинить. В общем, она мне дала это имя, псевдоним, и теперь я с этим псевдонимом буду всегда. Спасибо. Я чуть-чуть, если честно, подумал, что, блин, зачем я его спросил? Перед выступлением. Да. Да, он задрожал. Но он собрался. Да. И выступил.